На Совете по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей области рассмотрели вопрос необоснованного расторжения договоров аренды земельных участков отделом земельных отношений Щербактинского района. Подробнее расскажет Валентина Леонова. 22 мая текущего года в адрес крестьянского хозяйства «Тулпар», базирующимся на территории Хмельницкого сельского округа Щербактинского района, поступило извещение от районного отдела земельных отношений о расторжении договоров аренды. В настоящее время хозяйством ведется полное освоение более 900 гектаров земельного участка. Вложено порядка 70 миллионов тенге. Посеяны гречиха, подсолнечник и другие культуры. Глава крестьянского хозяйства не намерен проститься с землей, в которую вложил много сил и средств. Защищая интересы предприятия, который с 27 апреля 2018 года заключил договора аренды, возмездные договора аренды. Однако в 2023 году ему направлено уведомление о расторжении договора. Соответственно, мы обратились в Палату защиты прав предпринимателей, сегодня состоялся совет. Мы также обратились в отдел управления земельных отношений, где нас поддержали, сказали о том, что такие действия являются необоснованными. На сегодняшний день мы обратились в специализированный суд по административным делам с иском об оспаривании действий. Выслушав доводы отдела земельных отношений Щербактинского района и учитывая мнение членов Совета по защите прав предпринимателей, принято решение продолжить разбирательство по данному вопросу совместно с прокуратурой Павлодарской области, а также при необходимости передать материалы по препятствованию предпринимательской деятельности. Валентина Леонова, Медет Карим, Иртыс Акпарат.